Сегодня стартовала государственная итоговая аттестация 2021 года. Она началась с основного экзамена по русскому языку, в котором принимают участие более 12 тысяч выпускников 9 классов. В этом году девятиклассники с 18 по 21 мая написали выпускные контрольные работы по своему выбору. Сегодня ОГЭ по русскому языку, а 27 мая по математике. Первый единый государственный экзамен для учащихся 11 классов пройдет 31 мая. Второй год подряд ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в условиях распространения коронавирусной инфекции. На территории пунктов проведения экзаменов будет организована обязательная термометрия, обработка рук дезинфицирующими средствами. Помещение обеспечат 30 циркуляторами. Подобные меры должны быть предприняты и на выпускных мероприятиях. Важно отметить, что средства индивидуальной защиты – это маски, перчатки, обязательные для сотрудников, которые обеспечивают проведение экзамена. Что касается ребят, они, конечно, могут прийти в масках и перчатках, но по своему желанию или по решению родителей. То есть это не обязательно.